Ну а чтобы получить халяву на сайте MyCSGO, в поле промокод вводите промокод STR777 и получайте халяву в виде 35% к пополнению на свой депозит. Условно решили пополнить сюда 1000 рублей, вводите промокод, халявно получаете 350 рублей. Приятненького вам просмотра. Здорово, бродяги, здорово, братушата, всем доброго времени суточек. Вы, наверное, заметили, что каждое свое приветствие я начинаю с улыбкой, потому что я хочу вам передать свое офигенное настроение. И я знаю, что в ближайшие 15-20 минут времени вы проведете со мной за просмотром моего непосредственно контента. Я хочу вас попросить подписаться на канал, поставить лайк этому видосу, потому что видос обещает быть жарким, с тем учетом, что на моем балансе 500 рублей, а цель у меня ролика выбить ножик с 500 рублей на сайте Case Battle. И на второй сайт мы также с вами залетим, это будет сайт MyCSGO. На сайт Case Battle я пополнил сумму 500 рублей с промиком на 20% Aura 20, которую вы сейчас видите вот здесь вот на экране. На сайте MyCSGO про промик расскажу вам чуть-чуть попозже. Ребятки, подписывайтесь на канал, заранее скажу, все ссылочки на сайт оставляю всегда в описании, все промокоды также оставляю в описании. Вам приятного большого приятного просмотра. Да, вроде нормально звучит. И самое главное, чтобы звучало хорошо. И я думаю, мы начинаем. Что, ребятки, пятихатка на балансе, мы делаем вот так, выключаем звук, пятихатка есть, и, наверное, давай сразу вот так вот раз, по 5 раз будем открывать, смотреть вообще, что у нас сегодня кейс батл может дать, а купит ли у нас первого открытия, 114 он дал, 145 мы потратили, давай еще раз, 119, 145, 117, 58, 44, делаем вывод, что он нас ни разу не окупил, ни один кейс он нас не окупил, но мы все прекрасно понимаем, что сайт кейс батл это сайт про лоу апгрейд, соответственно, мы с вами заходим, и на 5% с большей вероятностью мы выбьем, конечно, потому что он наслил в кейс. Ставим все это дело на 5%. Так, 7 не заходит. И вот это все дело давайте закинем в контракт, потому что low balance, у нас цель нож, 247, 278 плюс 20 рублей. Есть небольшая чуечка, что сегодня у нас не получится именно на сайте Case Battle выбить что-то годное. 278 рублей. Давай юспик 7. Че, по одному разочку попробуем? Конечно, надеемся на то, что будет что-то хорошее, но хотя бы стат-трек дал бы, было бы хорошо. Стат-трек нас бы хотя бы увел в плюс 20 рублей. Ну, извилины. В принципе, 128. Я думал 333, а это стат-трек извилин 333. И еще разочек. Это вообще рублей 10, а не 37. И давай фастом 129. Вроде бы хорошо. 332 рубля мы получаем. 204 закидываем в контракт, 253 получаем. Слушай, окупает на 50, на 20, на 30 рублей, но не более. 10 раз у вас заливаем, 290, 325. Спасибо большое за первый окуп. И закидываем, давай вот это все дело на 100 рублей. Все, кроме вот этих двух пушечек. Попробуем как-нибудь с вами на лоу апгрейдах опять-таки подняться. Но у нас еще этого не получилось сделать, к большому сожалению. 13 рублей, 13% точнее. Не заходит, 15%. Не заходит. 15% отправляется еще раз, тоже не заходит. Слушай, а давай еще протестим. Ставим на 50% и ставим на 500 рублей. Вот он у нас, по-моему, заходит. Да, заходит. И прям сходу на 5 хат. Типа дабл апгрейд. Да? Да. Ребята, работает. 703 рубля. 703 рубля. 808 рублей у меня лежит на балансе. В принципе, сейчас можно немножечко пожестковать. Поняли суть, да, что я сделал? Я, то есть, дал ему возможность зайти и понадеялся на то, что будет дабл апгрейд. Ну, то есть, такой же второй апгрейд. И это произошло. То есть, я с 25 рублей сделал на 50, с 50 сделал на 10% на 500 рублей, и он мне дал. 87 рублей. По 200 рублей потратили, 87 он дал. 358 рублей. Давай что-нибудь рублей за 325 смертокрыл. В принципе, тут да, сейчас... градиент. Сколько рублей? 500 может стоить? 400. Окей, такое принимается. Мы делаем вот так вот. 214 рублей в контракт. 112 слив в x2. Ну, давай попробуем еще раз. 138 в контракт. 100. Ну, я надеюсь, что сейчас будет окуп. Цель. Давай цель поставим. Пистолет-пулемет. 628. Я тебя понял. 466 рублей. Это мы продаем. И идем в кейсик за соточку. Сейчас я вам покажу интересный кейс, который здесь всегда... все, я понял, он уже ушел из-за неактуальности. Прыжок с вишней. С вишней? Пирожок с вишней. Открываем разочек. Грифончик залетает. 149. Открываем второй. 38, 27, 73, 114. Я понял. И все это дело сейчас закину, пожалуй, в апгрейд на 5-10%. Это летит у нас хорошо, но не долетает. 730. Давай на косарик плюс. А вот это у нас зашел. Слушай, вот второй раз он зашел, этот же скин. Давай попробуем также на 5%. Всякое может быть, вдруг зайдет. Вот этот летит хорошо, но где-то вот здесь вот остановится, да? Я прям чувствую. Нет, смотри. Смотри, как обманывает, а? Окей. Дальше ниже стим. 643 рубля у нас есть. Даже чуть больше. АК-47-7. 279 рублей у нас стоит. Делаю одно открытие, защитная сетка. В принципе. Ну, ноль. Ладно. Я думал, она стоит подороже. Сейчас фул какашка залетит, да? За 127 рублей. Я тебя понял. Давай еще разок его открываем. И на сотку сейчас откроем по 29 рублей. Стальная дельта 94 рубля. Спасибо за два слива подряд. Очень приятно такое ощущать на самом деле. Две соточки. И вот это в 6 соточек мы будем закидывать.
накладывать. Раз, два, и остальное в пятихаточку. Вот на этот скинец, который зашел у меня почему-то два раза. Сюда, подожди. Last upgrade тоже по-любому надо будет делать. Смотри, как делаем. Сейчас мы вот эту закидываем в пятихатку. Если он у нас не заходит, если у нас заходит, пятихатку ставим на полторы, с полторы ставим на нож. Поехало. Просто поехало. Потому что зашел, да? Нет, не зашел. Без риска здесь делать на самом деле нечего. У нас есть 48 коинов. Давай-ка мы с вами их сейчас потратим. Вот это все просто в сатенчик мы сейчас запульнем, потому что тоже тянуть смысла я не вижу. У нас ничего не заходит. Погнали на сайт MyCSGO. Я на сайте MyCSGO, ребят, на балансе 543 рубля. Пополнил я все это дело с промокодом на 35%, который называется STR777. Вы можете также его использовать. В любое время дня и ночи заходите на сайт MyCSGO, в поле промокод вводите STR777, получаете 35% к своему депозиту. Что это такое? Вы решили пополнить на 1000 рублей, вводите промокод, плюс 350 рублей получаете халяву. Промокод над моей головой в описании под этим видео вместе с ссылкой на сайт MyCSGO. Также переходите на мой YouTube канал, ознакомьтесь со всем моим контентом, только после этого принимайте решение, подписываться или нет. Потому что я собираю только избранных, я собираю тех, кто на самом деле, кому точнее на самом деле нравится мой непосредственно контент. Сейчас я ищу свой любимый кейс, который называется непосредственно у нас кейс бомжа, который стоит у нас в районе 28 рублей. И я предлагаю сразу прям 10 раз его открыть на 280 рублей. Здесь, в принципе, на сайте MyCSGO я знаю связочки, которым нужно придерживаться для того, чтобы добиться здесь успеха. Вот, хорошо. Ну, это у нас, конечно, 0, но все равно хорошо. Даже это не 0, это слив 40 рублей. Я просто увидел градик, я думал, сейчас он залетит. Хамелеончик, окей. Вот это плюс соточка. То есть до этого минус 40, сейчас плюс сотка. Плюс 60 рублей, я уже ушел в плюс. Но это не показатель. Ничего себе там типчик выбивает в сражениях. Неплохо, нормально, нормально, красавчик. Это слив, открываем фастом. Косарь? Косарь 44, спасибо, ребята, кейс бомжа. Кейс бомжа, запоминайте, это отдельный вид искусства на этом сайте. Его всегда можете использовать. Давай попробуем новые дешевые кейсы по 9, по 10 рублей. Посмотрим, вообще реально ли здесь что-то выбить такое дорогое. Что-то типа за 400, за 2 соточки. Если реально, то вы, скорее всего, это сейчас увидите. Шерпа наваливает 50-100 рублей, это тоже хорошо. 51. В принципе, если сливаешь, то сливаешь в 20, 30, 40 рублей максимум. А вот это, это 50. Давай что-нибудь интересное, разочек мне здесь навали, вот что-то типа из первой линейки. Можешь прям все из первой линейки дать, и я буду очень-очень рад. Окей. Я предлагаю, знаете что, пойти по старой стратегии. Что это значит? Это майнинг-кейсы, ребятки, майнинг-кейсы. Наши любимые майнинг-кейсы, куда нужно залетать обязательно слово баланса. Если вы задепаете сюда 500, там, 1000 рублей, 2000 рублей, залетайте. Блять, я думал МК Азимов. Она 9 рублей стоит. Залетайте обязательно на этот кейс, потому что эти кейсы реально для буста. Здесь забустится изи. MyCSGO, спасибо за этот замечательный кейсик, который стоит 13 рублей, а выдает, сами видите, сколько. Цель сегодняшнего ролика, я напоминаю, что это непосредственно нож. И, соответственно, я должен задепать сюда нож. Мы сейчас с вами выбрали АК-47 Азимов и здесь ставим от 5000 рублей. Напоминаю, деп 500 рублей, 500 рублей с промиком. И мне нужен здесь самый дешевый ножик, который стоит 6599 рублей. Есть 21%. Я буду делать так. Выбиваю, закидываю. Пожалуйста, дай мне выполнить цель. Я тебя прошу. Ах, я понял? Ну, не расстраиваемся, это попытка. Как пришло, так и ушло. Я вообще в целом к деньгам, которые я закидываю на сайт, я так отношусь. Они пришли легко, они ушли легко. Я понимаю, что по большей степени они мне приходят, но и не забываем, что могут и уйти. Так, майнинг кейс, давай раздупляйся, что-нибудь хорошее мне выдавай. 642 рубля, 642 рубля, это хорошо. P250, это тоже хорошо, ты окупаешь мне 20 открытий этого кейса. Но хочется что-то подороже. Хотя бы точнее АК-47, который можно на 15-20% ставить. Если зайдет МК Азимов, я все продаю и залетаю. Ну, петух, хорошо, он возвращает мой баланс. Если мне залетит МК Азимов, либо Авик Азимов, что вполне реально, во что я на самом деле поверю, я ее продаю, залетаю в апгрейд и на самый максимальный баланс я ставлю на нож, потому что цель нож, нужен нож. Нужно выбить нож для CS GO, тем более CS GO 2. Кстати, у вас нет такого ощущения, что когда создали CS GO 2, скины как-то ушли немножко, ну, типа, на дальний план? Вот, к примеру, у меня есть очень много скинов, и меня уже особо это не впечатляет на самом деле. То есть у меня нет такого, что типа, блин, нож прикольный, нож выглядит круто. Не особо как-то впечатляет. А как будто бы в предыдущей версии CSGO ножи и вообще в целом скины выделялись совсем по-другому. Так, последний раз, крайний раз точнее открываю. Уходим с вами на соседний кейсик, Cyrex. И здесь выбиваем, давай, Cyrex Scar 20, прям сходу давай. Только не вот этот шир, пожалуйста, я тебя прошу. Давай еще раз, мы снова с вами вернулись и откатились к предыдущему балансу. Я понимаю, что все может вернуться, точнее...
сюжет может повернуться в другую сторону, но я максимально надеюсь, что я сейчас не солью. Сайрекс. Ну, за 300 рублей. Окей, снова привел нас к 500 рублям. Так, ну давай коллаж. Все, просто рассчитываю на коллаж. В принципе, можно опять зайти в кейс бомжа, либо какой-нибудь другой подешевле кейс. Но я не вижу смысла. Этот кейс стоит 12 рублей. Куда еще дешевле идти? Неоновый гонщик. Вот видишь, он пытается как-то держать меня на балансе 500-700 рублей. Надеюсь, что это отлично еще. Надеюсь, что это не мой потолок. Надеюсь, что это на самом деле не мой потолок, и у меня будет возможность выбить 2-3 тысячи рублей, поставить в апгрейд и с успехом 95% взлутать ножик с 500 рублей и выполнить свою цель. Мне просто здесь, по сути, нужен АК-47 неоновый гонщик. Ну и МАК-10 тоже сыпет достаточно хорошо, у меня 1500 на балике. Ну дашь мне калашик по-братски? Просто по-братски калашик. Я знаю, что многим неинтересно смотреть такие открытия. Ну, я даже не соглашусь. Вот калаш, отлично. Все, базар закрыли пока временно. Сейчас мы с вами сделаем апгрейдик на 30%, а потом с вами вернемся к тому, что я начал говорить. Так, сколько это стоит? 6500. 26%. Классический, нет, давай обновлен. Поехала. По-братски. Смотри, попытка номер 2. Также полторушка на балике и делаю апгрейд. Спасибо. Спасибо. Ребята, с 500 рублей я сделал балик. Точнее, я выбил ножик. Спасибо тебе большое. Вот это на самом деле тебе большущее спасибо. Сейчас я сделаю следующее. Я попробую максимально быстро залутать здесь балик. Плюс хотя бы рублей 500. Если у меня это получится сделать, я залечу в один кейс, чтобы его открыть 20 раз. Вот сейчас, походу, у меня получится. 1500. И мы сейчас с вами идем куда? Вот в этот кейсик. 10 раз. Пау. Поехала. 2 раза по 10 раз открываю. Если получается выбить еще один ножик, это все разнос. С 500 рублей до 2 ножей дошел. Здесь у нас ничего, к сожалению. И второй раз нужно открыть обязательно. На пятихатку он выдал. Второй раз открываем фастом. По-братски. Тоже ничего. Сколько? 394. Ну давай третий раз откроем. 30 раз открыли ножевой кейс. Изи нож. Давайте я его так назову. По-братски. Один ножичек. Не дает. Я понял. Продаем и, в принципе, открываем его еще раз 5 раз фастом. Почти дал нож. 300 рублей остается. Тоже так же 5 раз его открываем. В целом, что я могу сказать? Нож имеется. Это самое главное. Почти, блядь. Почти, точнее. Нож имеется. Это самое главное, ребят. На самом деле. Я сделал с 500 рублей ножик. Цель моя выполнена. И я хочу поблагодарить вас за просмотр этого ролика. Но прежде чем заканчивать, я вам напомню про промокод, который называется STR777, который дает халяву в виде 35% пополнению вашего баланса на сайте MyCSGO. Вводите промокод, вводите сумму, не знаю, там, 10 тысяч рублей. Плюс 35% вы получаете на свой баланс, который можете также использовать в любых кейсах и потом в перспективе выводить. Промокод над головой в описании под этим видео. А сейчас на экране 4 ролика, кликайте на один из них и продолжайте просмотр моего контента. И подпишитесь на мой канал быстро.